А ну-ка, парни, такое бойкое название носит концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества в поселке Развилка. Конечно, сегодня все основное внимание приковано к виновникам торжества, а точнее, к мужской половине школы. Выступающие показывают навыки игры на музыкальных инструментах и создают прекрасное настроение. Концерт «А ну-ка, парни» в школе искусств поселка Развилка давно стал традицией. Самый первый проходил еще в старом здании учреждения, 6 лет назад. Сегодня в программе 22 номера. Их объединяет не только тема грядущего Дня защитника Отечества, но и сами выступающие. Концерт «А ну-ка, парни» как раз для того, чтобы лучшие из наших мальчиков-музыкантов могли выступить в сегодняшнем концерте и продемонстрировать свои умения, владение инструментом, владение голосом. И в сегодняшнем концерте и ведущий, и все номера будут исполнены только мальчишками. На сцене действительно лучшие из лучших. Юрий Метелев, стипендиат губернаторской премии, может сыграть и сольно на гитаре, и с братом на фортепиано в 4 руки. Идея мамина, потом она возродилась у учителя, и мы занимались очень много. Были провалы, да, были провалы, но у нас получилось. На сцену выходят не только юные исполнители. Аккордеонист Даниил Померанцев в следующем году будет выпускаться из стен родной школы. Его мечта – поступить в Академию имени Гнесиных. Он усердно работает над техникой и равняется на профессионалов. Я знаю вот Ришара Гальяну, который учился у Астера Пьяццоллы, аргентинского аккордеониста. Астер Пьяццолла сочинил известные мне, давайте, к примеру, дам два произведения, такие как «Обливион» и «Либертанго». Программа концерта разнообразна. Ученики вокального и инструментального отделений заставляют зрителей испытать весь спектр эмоций. Со сцены звучат и бойкие марши, и воодушевляющие песни военных лет, лиричные пьесы и душевные композиции народного творчества. В этот день каждый может найти себе музыку по душе. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.